Привет! Мы продолжаем проходить Геншин. И в прошлой серии мы все 5 очищений сделали. Да, священной сакуры. Ну, в прошлой серии я прям так как видео в 7 утра записывалось, я еще, видно, не проснулся и тупил очень сильно. У нас что по заданию тут? О, еще достижения ж мы не посмотрели. Шокирующее. В буквальном смысле. Падите от урона громового бедствия. Замечательно. Замечательно это было. Но нам не это нужно было. Нам нужно вот сюда. Вернитесь к Ханати Сурату. Все 5 барьеров были разрушены. Злые духи изгнаны. Пора рассказать об этом Ханати Сурату. У корней громовой сакуры под колодцем деревни Конда. Да, друзья, устраивайтесь поудобнее. Берите всякие вкусняшечки. Двери и окна на засов, чтобы никто и ничто не отвлекало вас от просмотра данного видео. Всем желаю приятного просмотра, аппетита или спокойной ночи. И не забывайте подписываться на канал, рекомендовать друзьям и заходите в телеграм-канал. Ссылочки будут в описании под видео. А отряд, наверное, нет смысла менять. Сейчас все это опять собирать. От слова совсем. Вон там еще какой-то барьер, который мы с вами, кстати, не разгадали. Угу. Ну ладно, нам нужен колодец. Такое ощущение, что здесь сундук, а я его не вижу. Вот да, именно сундук. Но он мне и не показывает его, самое главное, что. Он его мне и не показывает. Да хватит вот это все делать, побежали. О! Подождите, а где? Блин, еще ниже надо. Нет? Вот только же в прошлой серии я собирал и уже забыл, где это находится. Ты что же, не способен по лестнице залезть? Ты издеваешься надо мной? Где он там выше находится? Тоже сейчас какая-то жопа будет, это бесспорно. Госпожа жрица в маске, мы вернулись. Вы отлично поработали. Я слышу, как корни громовой сакуры восхваляют вас. Но я боюсь, я должна вам в кое-чем признаться. Говори же. В чем дело? Когда ты с самого начала получил оберег деревни Конда, я сказал, что ты избранный. Но тогда у меня не было полной уверенности в твоей добродетельности и доблести. Однако, по мере проведения чистительного ритуала, ты не только показал мне мое скудоумие, но и превзошел все мои ожидания. Настолько, что я не могу сдержаться, мне очень грустно. Если бы на стороне Китсуны Сайго был кто-то вроде тебя, тогда, может быть... Может быть, что? Ничего, просто лезут в голову разные мысли. Итак, мы выполнили задание. Что нам полагается в награду? Еще не конец, правда? Нет, неудивительно, что тебе удалось с легкостью снять 5 барьеров. У тебя есть способность проникать взглядом в суть вещей. Твой взгляд словно лунный свет, который проникает сквозь облака. Осталось выполнить последний шаг, чтобы завершить очищение священной сакуры. Что? Еще один?
корнях накапливаются миазмы. Это цена за защиту окрестных земель и поглощение скверны. Снятие барьеров уничтожило демонов, созданных скверной. Громовая сакура — лишь вид в священной сакуру на горе Йогу. 5 корней — ее главные части. Большая часть поглощенной скверны перешла на священную сакуру глубоко в недрах Йогу. Поэтому это очень важно? Верно. Ключевой этап очищения священной сакуры последний. Мы должны снять барьер со священной сакуры, чистить ее от миазмов, которые скопились в ее корнях за долгие годы. Погоди, священная сакура находится в великом храме Наруками, да? Если мы вступим в бой с монстрами в храме, поднимется большой шум. Об этом беспокоиться не стоит. Корни священной сакуры защищены печатью и укрыты в недра горы Йогу, далеко от храма. Вот как? Да, вы можете мне поверить. Как скажешь, пожалуй, нам все же придется это сделать. Спасибо, тогда приступим как можно быстрее. Знаете, что оно мне напоминает? Задание, когда мы с вами гору очищали. В Манштате. Вот-вот-вот. Очень оно мне сильно напоминает. То тоже было задание мира. Ну вот теперь мы в прошлой серии все сюда пытались попасть. Ну, видно, нам сюда надо было еще рано. Где ж ты нам что откроешь здесь? Мне прямо интересно. Это последний барьер для очищения священной сакуры. Если вы вдвоем готовы... Подожди, пока мы не приступили, я хочу задать несколько вопросов. Давай. Ты говорила, что все нам расскажешь, когда придет время. Да, но мы не могли бы сначала закончить ритуал, если вы не против. Священная сакура рассказывает мне о ее боли. Я знаю, довольно невежливо просить вас об этом. Кроме того, вы уже приделали столько работы. Мне очень жаль, надеюсь, вы поймете. Я тебе доверяю. Хорошо, но не забудь держать слово. Конечно, спасибо вам за понимание. Что ж, я собираюсь снять барьер. К востоку от бездны, к западу от моря, к югу от света, к северу от простора. Все ветки и корни, покончите с этим злом. Ну, собственно, как я и сказал. Печать снята. Что дальше? Тут, кажется, так глубоко. Прошу простить меня, но вам придется прыгнуть. Пайман умеет летать. Эй, что ты несешь? Там внизу так страшно. Мне кажется, если я спущусь, со мной случится что-то плохое. Не беспокойтесь, пока корни священной сакуры полны скверны, она узнает дыхание того, кто провел очистительный ритуал. Она благословит вас, обеспечит безопасное приземление, чтобы вы избавили ее от миазмов. Обещаю. Вот как? Прошу, доверьтесь мне. Что нам делать после того, как мы туда спустимся? Если в двух словах, то проявить доблесть. Скверна конденсировалась в огромную опухоль в самой глубокой пещере горы. Сейчас эту опухоль обвили корни священной сакуры и подавляют ее. Попадите на миазматическую опухоль, она будет сопротивляться. Возможно, она создаст демонических тварей, которые попытаются вас остановить. В то же время нужно будет усилить корни священной сакуры с помощью окружающих механизмов, как вы делали раньше с 5 печатями. Тогда священная сакура будет помогать тебе и даст возможность атаковать. Звучит жутковато. Бывали мы в боях и похуже. Я верю в ваши силы, а теперь... Ты пойдешь с нами? Когда битва закончится, мы встретимся внизу, и я помогу вам закончить очистительный ритуал. Мне, правда, очень жаль. Как я говорила, мое физическое состояние не позволяет мне заниматься подобными вещами. Надеюсь, вы меня поймете. Пожалуй, на этом все. Так, тебе нужно что-то подготовить? Я готов.
Ладно, ступи вперед и исполни последний шаг ритуала очистительный. Очищение священной сакуры. Ты хочешь узнать что-нибудь об очищении? Спрашивай, не стесняйся. Значит, на этом все. Желаю тебе всего наилучшего. Так, там мы сейчас кое-что еще заберем. Блинский. Ну как заберем? Наверное, не заберем. Или все-таки заберем? Опять 25, да? Ну а почему бы их и не забрать, этих жучков? Мы очень удачно приземлились, нас еще ожидает бой. Не-не-не-не-не-не-не-не, подождите. Без усиления атаки я вообще тут делать ничего не буду. Я, честно сказать, не понимаю, что мне с ним надо сделать. Так, смотрите, молиться. Раз. Два. Три. О, да, призывать. Что-то я потерялся. Четыре. И где пятая? Блин, я пятую найти не могу. Писец. Вот он, наверное, пятая. Молиться. Пять там? Пять.
Нет. Так, смотрим, где наша первая. Я вообще запутался. Охренеть, опять появился. Как-то не сильно усложнили, вот честно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, вот это у нас первое. Первое. Там сзади, получается, вторая должна быть. Да? Нет, ни хера. Молиться, раз. Вторая. Вот это третья. Четвертое. Пятое. Ты здесь запутаешься на самом-то деле. Какое задание сложное, просто сложное, реально сложное. Курочка нужна. Давай, Вэ. А почему я не могу переключиться? По-моему, мне телефон подвисает. Очень сильно, кстати сказать. Телефон подвисает. Так. Почему Мона не выбирается, кстати сказать? Почему Мона не выбирается? Еще кто-то появился. Охренеть! Thank you.
Ну что, я передохнул, погнали. Нам нужно самую первую найти. Это раз, во-вторых, где у нас тут? Так, первое. Вторая. Третья. Где у нас тут дерево было? Возле дерева. Четвертое. Вот это пятое должно быть. И нас нещадно лопят, просто нещадно. Молимся. Ага, он вот, он снова появился. Иди сюда. Офигеть! Так, посмотрите, ничего не набирается, самое главное. Их теперь двое тут, да? Давай, давай, Мона, да, ой, Лиза, да, ой, Мона, Лиза, блин, Элька, всех перебрал. Я не хочу сейчас тратить, не хочу тратить заряды, которые я сделал, чтобы ее добить. Уберите барьер, как показано изображение. Зашибись опять. Погнали, друзья. Вторая. Третья. Третья, и нам вот это вот здесь нужна вторая.
вторая. Прежде чем молиться, я опять буду съедать на максимум, чтобы его выбить. Даже для меня это тяжеловато, на самом деле. Но я и не сказал, что прям супер-пупер такой игрок. А вот теперь погнали, по полной. И последний на Эль. Да неужели? Ой, надо теперь с ней поговорить. Поговорите с Хана Тисурата. Хорошо, решено. Теперь боль, от которой страдал священный Сакура, должна пройти. Человек, у тебя получилось. Ты и впрямь избранный. Оф, ну и битва. Хорошо, что я тренировалась изо всех сил, Лев. Прими мою искреннюю благодарность, Пайма. Не стоит благодарить меня так официально. Пусть я расплачусь с вами, даю слово. Минуточку, разве мы ни о чем не договаривались? После очищения священной Сакуры ты должна была рассказать нам свою историю. Но... Я тоже хочу ее узнать. Это правда, теперь ты не можешь отказаться от нашего соглашения. Понятно. Прежде я очень хочу извиниться за одну вещь. Все это время у меня не было возможности узнать ваши имена. Меня зовут Вэйф. А Пайман зовут Пайман. Вэйф Пайман. Какие красивые имена. Я их запомню. Я уже говорила, что унаследовала воспоминания Китсуны Сайгу. Вот это мне особенно любопытно. Китсуна Сайгу изначально была из рода Белого Дракона, защищала жителей Надзумы вместе с Электроархонтом. Я не знаю, сколько лет прошло с тех пор, но в итоге Китсуну Сайгу поглотила тьма, когда она пыталась защитить остров Наруками. Однако барьеры, которые она установила, защитили множество людей. И пусть я просто унаследовала ее память, возможно, я перехожу некоторые границы, но я горжусь ею. Ты тоже из ее семьи? Как небесная Китсуна, земная Китсуна. Раз уж ты спросила, я заметила схожую лисью ауру на вершине горы в великом храме Наруками. Но это не тот случай. Я не из ее рода, я скорее. Когда с тьмой, которую я поглотила, было покончено, мысли воспоминания Китсуны Сайгу вернулись на землю острова Наруками. Вы ранили много Атимуся. Пока проводили ритуал очищения священной Сакуры. Ты про тех призрачных самураев? Проще простого. Они появляются, когда скверна сливается с их формами, и обычно их будет мысль о прошлом и воспоминании. Если вы не против, скажите честно, в Анадзуме идет война. Что будем делать? Скажем правду. Похоже, что да. Ясно, значит, война. Когда вы рассказали мне, что во время очищения корней громовой Сакуры появился Атимуся, я уже знала об этом. Пока она на пути, она верит. Вернемся к делу. Я Хана Тисурата. Есть скверна, сгустившаяся из воспоминаний Китсуны Сайгу. Как же так? Правда? Простите, что не смогла сражаться рядом с вами плечом к плечу. Я не могу изгнать зло, потому что сама я скверна. Ее воспоминания так сильны, что тьма не смогла растворить их полностью. После победы над тьмой ее память опустилась на землю огненной скверны.
так я и родилась. Ты говорила, что если бы рядом с Кицуна Сайго был кто-то вроде меня? Да, говорила. Если бы кто-то вроде тебя помогал Кицуна Сайго, она могла бы выжить. Как было бы прекрасно, если бы шанс встретить вас был у нее. Когда я думаю об этом, на меня против воли накатывает приступ эгоизма. Если бы это получилось, я бы не появилась на свет. Не говоря уже о том, что унаследовать ее память и познакомиться с вами. Ты, которую я видел в линзе воспоминаний? Да, это была я в прошлом. Поначалу была ошеломлена, но с оживлением памяти я поняла, откуда я пришла, и осознала свой долг. Это значит? Мой долг — охранять остров на руками, устранить миазмы и завершить очищение священной сакуры. Ты сама скверна. Цель очищения священной сакуры — устранить скверну, а это значит... Ты тоже будешь уничтожена? Ну, слово «уничтожена» звучит слишком резко. Не правда ли? Но если рассматривать конечный результат, так и есть. Безумие какое-то. Когда я это поняла, мне тоже было не по себе. Но с тех пор, как я встретила вас, я много узнала бы Надзуми и постепенно начала ощущать облегчение. Я Урой выжил и, кажется, совсем не мучается, хоть и заточен в камне. Кроме того, он, кажется, не таит дела против Кицуна Сайго. Хоть смерть не так хорош, каким был раньше, роды Кондо и Сеймон в деревне Кондо все еще существуют. Они дружили с Инаги Мисато. Это потомки людей, которых она защищала, когда наступила катастрофа. Она гордилась бы тем, что у них все хорошо, что они продолжали свой род. Хотя я была несколько беспокоена уничтожением катализатора, который Кицуна Сайго передала Хироси Хираги. Несколько — это слишком мягкое слово. Точно. Я была полностью выбита из колеи. Я рада, что он попал к тебе, пусть даже таким странным образом. Интересно, это мои чувства или чувства Кицуна Сайго? Меня часто беспокоило то, что ее создание перемешалось с моим, и что это я должна быть удалена. Но сейчас я чувствую облегчение. Мне было бы очень приятно странствовать с вами. Нет, скорее, именно благодаря вам я пришла сюда и выполнила свой последний долг. Ты в самом деле уходишь? Да, спасибо за все, Паймон. Пожалуйста, простите мне то, что я перешла границы. Паймон, прошу вас, выслушайте, что я хочу сказать. Я слушаю. Не дай ослепить себя, не дай поколебать себя. Держись того пути, в котором, который веришь. И это были последние слова Кицуна Сайго перед тем, как она исчезла. Я не имею права говорить от имени рода Белого Дракона, но я верю, что будь Кицуна Сайго все еще жива, она дарвала бы тебе свое благословение. Я надеюсь, что ее слова, то есть мои слова, смогут отвести от тебя хотя бы часть той лжи и того зла, которые ждут тебя в будущем. Большое спасибо. Пожалуйста. Взамен, пожалуйста, позволь мне показать еще один раз. Показаться. Кицуна Сайго всегда ценила короткие песенки, хоть ей и наследовал ее память и знание 1111 песен, которые она знала, вряд ли я смогу исполнить их так же изящно. Но этот момент напомнил мне одну песню. Не знаю, когда мы встретимся снова, но я точно знаю, что жизнь мимолетна, как утренняя роса. До свидания. Спасибо, прощайте. Я была рада с вами познакомиться. Вы поймем. Все ветки и корни, покончите с этим злом. Сим, объявляю очищение свершившимся.
Как-то прям грустненько, да, стало? Все получается. А где какое достижение? Я его, кстати, не вижу здесь. А вот оно. Торжественная встреча. Завершите ритуал почищения священной сакуры. Ну, получается, все, друзья. Единственное, мне интересно здесь еще чуть-чуть полазить и посмотреть. Может быть, мы здесь чуть упустили. Но никаких сундуков мы за это не получили. Это очень обидно. Очень обидно на самом-то деле. Ну-ка. Не знаю, может быть, за это нам сейчас что-нибудь дадут. То, что я вот сейчас собираю сакуру. Цвет сакуры. Хотя я сомневаюсь в этом. Очень сильно. Ну, нам в любом случае еще нужно подземелье открыть. Но это уже будет в следующих сериях. Но ее здесь прям очень много. Для рыбалки она нам пригодится очень-очень сильно. Ну и походу все, больше тут ничего не вижу. Пещера как пещера, собрать мы, наверное, собрали все. А значит, тогда на сегодня я с вами прощаюсь. До новых встреч, не грустите, не болейте, всем пока-пока.